Российские телеграм-каналы публикуют кадры из села Фарух, снятые с коптера. В самом селе наблюдается техника РМК чуть выше на дороге, откуда производилась съемка вооруженных сил Азербайджана. РМК стоят на перекрестке дороги, которая ведет в село Перляр. Все нормально. Главное, наши ребята на местах. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.